Дорогие друзья, мы сегодня узнали печальную новость, от которой заплакала практически вся страна. Сегодня в Москве проводился концерт «Песня года». На этом концерте сегодня выступала Ирина Аллегрова. Где-то на середине песни Ирине стало плохо, и она упала прямо на сцене, потеряв сознание. Сценаристы бросились ей помогать. Концерт был остановлен. На место происшествия была вызвана скорая помощь, которая в экстренном порядке госпитализировала Ирину Аллегрову в ближайшую больницу. На данный момент за ее жизнь борются лучшие врачи клиники. Мы пока ничего не можем узнать, так как нас туда не пускают, а врачи отказываются от комментариев. Все просто шокированы тем, что случилось с Ириной Аллегровой. Никто такого не ожидал. Друзья, давайте пожелаем Ирине Аллегровой здоровья и будем надеяться, что с ним все будет хорошо. Давайте подпишемся на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски. А в следующем видео мы постараемся пробраться к Ирине Аллегровой и взять у нее интервью. Будем надеяться, что с ней все будет хорошо. До скорых встреч, друзья, в наших новых видео.